Детский рай в Америке. Сейчас с женой и дочкой нахожусь. Chicago Children's Museum. Огромный павильон, здесь разные комнаты. То динозавры, то еще кто-то. Какие-то вентиляторы. Очень такое все прикольное. Ну, настоящий детский рай, то есть можно лазить, ползать, играть с ветром. Маленькие кухонки. Вон там всякие бабочки, летающие объекты. Ловить рыбу, свой пруд. Ну, очень так. Да. Сейчас я динозавров покажу. Впереди куча-куча детей. О, сейчас прикольную штуку вам покажу. Вот так встаешь, и на тебя вот то, что падает тень, видите, отбивается. Да не горку сделал. В общем, если вы бываете в США с ребенком, обязательно посетите Chicago Children's Museum, который находится на Навитере. Вот смотрите, кстати. Как-то так. Все, всем счастливо. Всем пока.